Меня зовут Максим Юрьевич Кажанов. Я из города Тверь. Вот, у меня свое стоматологическое кресло и зуботехническая лаборатория еще. Про Демократ узнал из интернета, лазил по страницам и хотел больше развиваться. И увидел Демократ, созвонился, списался, они мне позвонили. И у нас появился хороший диалог. Сергей мне рассказал о своем продукте. Вот. И чтобы поподробнее узнать, сразу же не берешь, говоришь нет. Надо 3 раза нет сказать, потом только приехать и купить что-то, проверить для начала. Ну, я такой человек, люблю проверить сначала. Пощупать надо что-то. Ну, сразу же на газ не даем. Вот. И поехал, они пригласили на конференцию в Нижний Новгород. И сюда приехал познакомиться, потому что у друзей покупать намного приятнее и лучше. Так же, как и в стоматологическом бизнесе, да, мы с пациентом становимся друзьями, чтобы мы помогли ему справиться с его проблемой. Если вы хотите развиваться быстро, без головной боли, ну, хотя развиваться, головная боль все равно будет, потому что нет волшебной палочки, вам придется что-то доделать все равно. Ну или нанять какого-то руководителя, и все равно надо будет за ним смотреть и проверять его работу. Плюс у них очень много всяких интересных плюшек, фишек, так назовем. Они, ребята, веселые, интуитивные. Весь их процесс выстроен от А до Я. То есть они ищут ваши слабые места и убирают это слабое звено или его добирают. И у вас получается сильная цепочка, и вы становитесь сильнее и продвигаетесь вперед еще быстрее. То есть, если хотите ездить пока на «Жигули», можете ездить. Но если хотите перейти на бизнес-класс, приезжайте, берите самый крутой продукт, и вы не пожалеете. То есть вы увеличитесь прям 100-кратно. А почему самый дорогой продукт? То есть если у вас еще не развита клиника, тогда вот именно поэтому вам и надо купить самый дорогой продукт. Самая главная польза от участия, я также понял, что можно двигаться в 1000 раз быстрее. Я по жизни иду обычно по лестнице, но надо бы уже начать ехать на лифте. Так что предлагаю всем прокатиться на лифте. Очень крутой способ. Это называется он «Улитка». Вам еще расскажут о нем. Ну, быстренько я чуть-чуть продемонстрирую. Его надо вводить по-любому. И там есть показатели. Качественный, количественный, ценообразование и четвертое – это коммуникация с пациентом. Когда мы проходим все эти 4 параметра и находим где-то слабое звено, то мы его увеличиваем и дальше начинаем двигаться. И так за счет вот этой улитки мы повышаем свою прибыльность, рентабельность, маржинальность. Отдельное спасибо и спикеров, конечно же, скажу я, угадайте, кому? Алене. Алена вообще прекрасный человек, мне понравился, так душевно заходит. Говорит, что боится немного публики, но мне кажется, наоборот, она ничего не боится, она бесстрашная, у нее все получится, все впереди. И вот эта роль администратора как бы в клинике, она так классно преподает, ну, просто умничка. Всю команду благодарю, с ними провел очень классное время, то есть всегда поддерживают, что-то отвечают, общаются, общительные, город показали, историю рассказали, ну и то есть стали моими друзьями. Спасибо вам, благодарю всех, чмоки-чмоки, обе щеки.